длительное время. First additional time, 2 minutes. Снова ничья, и теперь уже только одна дополнительная минута. Если этой минуты не хватит для определения победительницы, то взвешивание должно будет составить уже 3 килограмма ровно и более. Взвешивание спортсмена. Если разницы в весе будет недостаточно, последняя минута с обязательным решением судейского корпуса. There's a draw to time in, so the procedure of weighting will be conducted. The difference of in the weight of sportsmen should be 3 kilos or more. Катышева Екатерина, 60 килограммов, 100 граммов. Катышева Екатерина, weight is 60 kilos, 100 grams. Эмилия, на
700 граммов тяжелее. Маловато. Итак, минута. Последняя минута судьям увидеть, проанализировать и все-таки отдать предпочтение одной из спортсменок. The difference in the weight of sportsmen is not enough. So, additional time, one more minute. Закончилось все возможное время. Очень устали спортсменки. Дорогие друзья, давайте поаплодируем. 6 минут на татами. Да, они смогли, сделали все, что смогли. Все, чему их научили тренеры, они показали. Катышева Екатерина, чемпионка мира. Зазуля Эмилия. Серебряная призерка. Ака, Катышева Екатерина is the world champion. Зазуля Эмилия gets silver medal. Дорогие друзья, переходим к юниорам. Парням 16-17 лет, до 55 килограммов, приглашается армянин Сергей. Россия.